Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 8 на странице 60. Прочитай. Аист, маг, мяч, маяк. Окунь, косы, тетя, ежик. Эхо, мэр, ель, деревня. Скажи, какую работу в словах выполняют выделенные буквы. Выделенные буквы являются буквами, которые обозначают гласный звук. Поэтому они либо служат для того, чтобы обозначать гласный звук, либо указывают на мягкость предшествующего согласного. Выпиши слова, где выделенная буква обозначает гласный звук и указывает на мягкость предшествующего согласного звука. Таких слов у нас немного. Это слово «тетя». Давайте посмотрим на него. В этом слове звук «ё» обозначает, во-первых, гласный звук «о» и мягкость предшествующего согласного. В слоге «тя» «я» обозначает гласный звук «а» и мягкость предшествующего согласного «тя». Деревня. Буква «е» обозначает звук «э» и мягкость согласного «де». Следующий слог «ре» «е» обозначает гласный звук и мягкость согласного предшествующего «ре». «Ня» «я» обозначает гласный звук «а» и мягкость согласного «не». Что называют словом «деревня»? Состав предложения с этим словом устно. Ну, во-первых, что такое деревня? Деревня – это сельское, обычно небольшое поселение. Предложение со словом «деревня» можно составить, например, такое. «Хорошо летом в деревне». Это будет восклицательное предложение, и в конце него мы поставим точку, восклицательный знак.